Дим, поздравляем с подписанием контракта. Это действительно важное событие. Футбол не только голы, победы, очки в таблице, но и вот такие моменты, когда футболист чувствует уверенность в своем будущем, ну и клуб тоже самое, надеется на то, что впереди много успехов, новые кубки, которых все ждут. Твои первые эмоции после того, как все это случилось? Ну, я очень рад такому событию. В моей карьере это уже не первое переподписание с «Локомотивом», поэтому благодарен клубу, руководству за доверие и постараюсь вот все свои навыки показать на этом футбольном поле. Спасибо еще хочу подметить и сказать большое спасибо Шпеневу Вадиму, который помогал мне во всем этом. И, как говорится, я снова дома и с «Локомотивом» еще 3 года. Ты здесь уже достаточно давно, из ближнего Подмосковья сюда приезжал, как себе домой, еще в академию. А как ты думаешь, ты действительно пути вот именно к званию легенды клуба? Я понимаю, что это может быть немножко нескромно так говорить о себе, но тем не менее, глядя на того же Дмитрия Лоськова, который вместе с тобой в раздевалке находится, вот чувствую, что ты идешь примерно по тому же пути. Ну, до Дмитрия Лоськова мне еще далеко. А по поводу дома, да, я жил здесь в интернате, в «Локомотиве», поэтому для меня все родное, все близкое, стадион для меня родной. А по поводу, как быть Дмитрий Лоськов, ну, конечно, мне хотелось бы. Я так периодически у него спрашиваю, сколько у него там игр за «Локомотив». И у него там 400 вроде. Мне пока еще далековато. Но надеюсь, что пройдет 3 года, и я еще останусь и побью матчи Дмитрия Лоськова, и буду легендой клуба.